Уважаемые товарищи, мы с вами видим, что определенные силы пытаются дестабилизировать обстановку в городе-герое Волгограде, создать атмосферу нервозности, чувство незащищенности у наших жителей. Для передачи ложных сообщений о террористической угрозе используются современные кибертехнологии. Центр, из которого ведутся атаки, расположен за пределами Российской Федерации. В настоящее время все экстренные и специализированные службы, все муниципальные структуры готовы к любым вызовам. При каждом сообщении об угрозе совершения террористического акта они действуют в четком соответствии с разработанным алгоритмом, обеспечивая максимальную безопасность волгоградцев. Подчеркну, что все поступающие сообщения по итогам проверки оказались ложными. При этом грамотные, слаженные, отработанные до автоматизма действия всех структур позволяют гарантировать стабильное функционирование городских служб в штатном режиме, обеспечивая привычный ритм жизни горожан. Более того, хочу подчеркнуть, что все планы по развитию города, намеченные на текущий год, обязательно будут выполнены. В свою очередь, от волгоградцев мы ждем ответственного отношения к законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Нам всем необходимо следовать их рекомендациям, поскольку они направлены на обеспечение нашей с вами безопасности.